привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. В этом видео я решила сделать проверку трэш лайфхаков. Я выбрала лайфхаки, которые по идее хорошо работают и которые конечный результат мне действительно нравится, но при этом они выглядят максимально странно и, ну, типа, чё? Если вы любите видео с проверками лайфхаков, если вы вообще хотите возрождения темы лайфхаков на ютубе, в частности на моем канале, ставьте обязательно лайк, давайте наберем условные 25 тысяч лайков. Для моего канала это вообще ни о чем, и если мы наберем 25 тысяч лайков, я продолжу снимать эту тему. И по традиции, конечно же, присылайте мне самые трешовые лайфхаки в Instagram в директ. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы теперь начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я хочу измерить линейкой моей брови, чтобы понимать вообще, как мне это добро рисовать. Так, здесь, предположим, у нас 4 сантиметра, здесь, ну, 2 сантиметра, и в ширину они у меня, ну, где-то 1 сантиметр раньше, 4, 2, 1. Во, что получилось. Кусок какой-то неведомой фигни. Даже не знаю, на что это похоже, но это явно не похоже на бровь. Ну, если честно, то я ожидала худшего. Я бы даже сказала, что сильно худшего. Вроде даже не так уж и плохо. Непонятно, правда, нафига, но в целом, да, этот странный лайфхак работает. Я в шоке. В следующем изумительном лайфхаке нам предлагают сделать себе маникюр. Я считаю, что это как раз будет очень интересно сейчас проверить. Якобы, что если ты сделаешь себе маникюр, закинешь свою ручку в ледяную воду и подержишь там минуту, то у тебя все будет классно, и твои ногти станут идеальными. Что ж, давайте сделаем это. Я добавляю в миску лед, заливаю все это добро водой, крашу мои, естественно, ногти. Та-та-та-та-та, крашу ногти, и кладу мою руку непосредственно в миску со льдом. А знаете, это очень неприятное ощущение, потому что мне, черт возьми, холодно. Что это за бред? Как это продержать минуту? У меня уже прошло 10 секунд, судя по таймеру на камере, но мне еще держать 50. Не-не-не, холодно. Да холодно! Мать ваша, холодно! Чертов извращенец это придумал. Попробуйте подержать свою руку одну минуту в ледяной воде, где очень много льда. Да ничего у вас не получится, это просто нафиг обморожение рук будет. Кто придумал этот лайфхак? Я не смогла его проверить, потому что почему? Потому что в холодной воде нереально держать руки. Попробуйте сами и увидите сами. Может, он формально как бы и работает, но подержать свою руку в холодной миске нереально. 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 Следующий трэш лайфхак. Что ж там-то есть такое? Вопрос. Зачем рисовать стрелку помадой? Вопрос номер два. Зачем повторять, как рисуют стрелку помадой? Вопрос номер три. Будет ли работать лайфхак, где ты рисуешь стрелку помадой? Естественно, я беру достаточно стойкую помаду, чтобы стрелка не развалилась. Но что-то мне подсказывает, что получится лютая хрень. Внезапно лютой хрени не получилось, не считая того, что я немножко облажалась и сделала кривую стрелку, но это не проблема. А еще я, кажется, поняла, что мне идут сиреневые стрелки. Подождите, неужели это реально работает?
Да нет, нет, нет. Неужели она не смажется и правда будет такой миленькой маленькой стрелочкой очаровательной? Поразительно. Кстати, знаете, я вот буквально через несколько минут, когда засниму это видео, я иду гулять с моей подружкой. И, естественно, у меня нет времени переделать макияж, поэтому то, что у меня сейчас получится, с этим я пойду гулять. И, кстати, я предлагаю вам вариант досмотреть это видео до конца и посмотреть, на что превратится мой макияж после того, как я уже вернусь. Лайфхак, мне кажется, очень крутым. Он, конечно, очень странный и трешовый. Я не уверена, что после этого мне захочется использовать это ситечко для каких-то других целей, но тем не менее, для того, чтобы помыть свои кисти, можно попробовать. Выглядит это достаточно просто. Итак, я беру обычный самый кухонный друшлаг маленький, или, не знаю, сито, как это правильно называется, в общем, неважно. Вот эту маленькую железную решетчатую штучку наношу на мою кисть немножко средства для мытья кистей. На самом деле я использую самую обычную пенку для умывания. Теперь я просто начинаю теребонькать кистью по ситочку. Теребонькаю. Кстати, смотрите внимательно, грязи вымывается просто очень много. Ну, прям пипец, как много вымывается грязи. Даже больше, чем когда ты используешь специальную штуку для очищения кисти. Офигеть. Так, давайте посмотрим кисточку. Хорошо ли она промылась? Ну, блин, ничего не понятно, потому что она мокрая. Но вроде как все ок. Ладно. A few moments later. Вот эта кисточка, она уже немного подсохла, и можно как бы сделать вывод о том, насколько она чиста. И если честно, то я весьма удивлена, потому что она действительно чистая. Очень круто. Этот лайфхак хоть и трешовый, но он действительно работает. Следующий лайфхак, который я хочу проверять, это лайфхак с кёрлером. Я хочу отметить, что это очень неудобно. А, надо было сначала сделать тушь, а потом уже кёрлер. Чёрт! А, мой бедный глаз. Блин, это очень тяжело делать. Карамба, держись. О, боже мой, ну и бред. Я надеюсь, это стоит того. Фига, ну ресница реально стала супер большой по сравнению с этой, смотрите сами. Давайте для сравнения, знаете, что сделаем? С этой ресницей все понятно. Сейчас я просто сделаю на этом глазу кёрлером себе завивочку ресниц. И когда вот сейчас оно немножечко подзавьется, я просто прокрашу тушью ресницу, и вы скажете, как получилось лучше, на каком глазу эффектное. Вот, собственно, разница, и она достаточно очевидная. По-моему, выглядит лучше все-таки вот этот вот глаз. На нем прям эффект нарощенных ресниц. Хотя я пользовалась только кёрлером и тушью. Этот лайфхак работает. Давайте посмотрим дальше. Интересно, а если на уже накрашенную ресницу добавить кёрлер и прокрасить сверху? Потому что они такие неравномерные, и мне немножко странно на себя смотреть. Так. А, видите, опыт не пропьешь. Я уже знаю, что нужно заранее взять зеркало, заранее взять кисточку и заранее взять кёрлер. Этого лайфхака из одной единственной кисточки можно сделать сразу несколько кистей, и выглядит он достаточно доступно и достаточно интересно. Давайте попробуем, хотя, если честно, я в это не верю, мне кажется, не получится. Для повторения этого лайфхака мне нужна кисть и резиночка. Я буду использовать вот такую вот резиночку. Если вы не понимаете, что это за резинка и где ее взять, это резинка для животных. Конкретно это резиночки, которые я использую для того, чтобы моим собачкам делать причесочки. Ну или как это тут называется, хвостики. Короче, вот для животных такие резинки продаются в любом, в общем-то, зоомагазине. Сначала я возьму какой-нибудь темный цвет, продублирую верхнюю складку. Ля-ля-ля, тополя. Теперь нам предлагают из этой кисти сделать кисть, при помощи которой можно сделать какой-то более... твердую.
зацените, реально получился кисть-бочонок. Настоящая кисть-бочонок. И только то, что мы сделали, они вообще ничем не отличаются, кроме того, что это грязное, а это чистое. Тоже этот же цвет использую для того, чтобы углубить угол глаз. Обалдеть! Я вам по секрету скажу, это реально даже удобнее, чем оригинальная кисть-бочонок. Очень удобно выделять складку верхнего века, прорисовывать какие-то такие вот маленькие моменты. Безумно-безумно удобно. По идее, из этой кисти можно сделать еще одну кисть. Но вот в это я уж совсем не верю, потому что, ну, чё? Так, а вот тут-то, кажется, третий вариант кисти уже сделать и не получится. Которая для стрелки. Ну вот, что-то очень тонкое получилось. Ну, кстати, очень ок. Если не считать того, что я ужасно боюсь, что у меня это прилетит, все ок. Пробую на нижней веке сделать. Блин, ну что такое, казалось бы, это такой адский трэш, и все работает, и прям раздражает даже, что все работает. Капец. A few moments later. А здесь я вернулась с моей прогулки, прошло где-то 6 часов, и я пытаюсь вам сказать, что да, эти стрелки держатся, но так как я забыла включить микрофон, вы видите, как движется картинка, но не слышите, что я говорю, поэтому я записываю вам аудио, чтобы вы могли наглядно понять, что именно я имею в виду. Ну а если вы умеете читать по губам, то никакой проблемы у вас не возникнет вообще. Короче, классно рисуются стрелки из помады, прям мне зашло. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, тык, и смотрите другие мои видео. Например, посмотрите вот это вот. Что это вообще такое? Вот посмотрите вот это вот. Да.